рояк почтение созлали, хорошенько уши натерев мне, вредные родители сослали к деду на каникулы в деревню. Ну и ладно, ну их вообще их. Без велосипеда и скейтборда я качаюсь, стоя на качелях, все вокруг разглядываю гордо. И летит красивая природа мне навстречу, будто в кинопленке, потому что я магистр йода. Я магистр йода и зеленки. Челябинской области,
И мы за все поселки Челябинской области, там большая, там одних озер несколько десятков, поселков еще больше. В общем, мы за один день, конечно, не успели все запланированное, и нас поселили в поселковом хостеле, скажем так. То есть там был такой здоровый коридор, ну вот как две длины башни, два диаметра башни. И, значит, в одной стороне у самого входа стояла клеточка с ежиком, которого взял с собой зоозащитник Карен Далакян. А вот ровно в другом конце коридора жили мы. И мы всю ночь слышали, как эта зараза колобродила. Не, ну, он по клеточке наворачивал, причем так хорошо гулял. Да чего ж ты, ой-ой-ёж, страшно царапучий. Ты карабкаешься, что ж, с ловкостью паучий. Подержать просили, эй, не брыкайся, глупый. Но когтями ёж страшнее, чем игольной шубой. На руках и на губе алые дорожки. Ну, не нравлюсь я тебе, ну, потерпи немножко, я ж терплю. В каждой лапе вот беда, по четыре жала. Я ежей-то никогда раньше не держала. Thank you.
живого хомяка на бок падает щека. За щекой лежит конфета, не растаяла пока. Хочешь семечек холодненько? Он и рад бы, но уже, потому что карамелька пол ходячей головы. Уморился и обмяк. Отдохни, дружок, приляг. Дать ему еще конфеты. Или слизнется хомяк. Третье подарил набор пижам и тапочек для кукол. Я даже, помнишь, поблагодарил. Не дергал за косу, по лбу не стукал. В душе негодование тая, мне 2 недели подождать не жалко. Ну что, Наташа, с праздником тебя! Держи ружье и комикс. Прохалка. Как будто кто за ними гонится. Драконы рассекают ночь. Впервые в жизни мать драконица ведет сокровищницу дочь. Они ползут под звуки музыки. Пещеру, скрытую в земле. А там кругом такие бусики, такие девочки в колье, земные невиданные жители. И для чего, хочу спросить, все это не на чем решительно, ну просто не на чем решить. Не говорила бы ни слова я, рыдает девочка, но вот ты, мама, 9-головой, а я чудовище. Ура!
береги, ребенок, пламя, сказала мама. Вот нам тремя своими головами сперва бы дочь разобралась. Не отрывая попы от матраца, ну это как мы сейчас, не убирая далеко когтей, ужасно Мурка любит умываться. И этим намывает нам гостей. Ей очень это нравится, заметьте. Час умываться может или два. Она вчера намыла Лизу, Катю и Николая из 2 А. Теперь я сам кому-нибудь поеду. Я оставаться дома не готов. Сегодня мама испекла к обеду большую кастрюлю пирогу. Ёж бежит, собрался прочь, но, сказала мама, испугался день. И кошке, Мурка, умывайся срочно. Мы сами эту гору не съедим.